Понять голодающих, лишенных крова людей могут лишь те, кто сами побывали в этих условиях. Лидер крупного реабилитационного центра Дальнего Востока Александр Кайзер нашел в себе силы не только изменить свою жизнь, но и жизни других отчаявшихся людей. Об этом в следующем репортаже. В приюте «Надежда», которая работает в Белогорске уже 6 лет, надежда есть для каждого. Для глухих, слепых, для безруких и безногих. И просто для тех, на ком поставили крест общества, друзья и даже близкие. Двух детей к Богу тоже привела. Здравствуйте. Жизнь здесь бурлит. Каждый день подъем в 6 утра, завтрак, общее собрание и распределение на работу. Кто-то идет в город, а кто-то трудится на территории приюта. Работа есть для всех, и для женщин, и даже для инвалидов. Посещают больных, готовят, строят, закупают продукты. В приюте «Надежда» постоянно проживают около 140 человек. Только на одной улице «Надеждовцам» принадлежит 3 земельных участка с домами. Общежитие для женщин и мужчин, для семейных – столовая. Все здесь они построили сами и уже достраивают спортзал и библейскую школу для детей. Строим со шпал, штукатурим. Самый дешевый материал, но больше у нас денег нету. Александр Кайзер уверен, что с каждым из реабилитантов надо работать индивидуально. Каждому нужен особый подход. Ведь задача не просто накормить и одеть. Главное – помочь стать личностью, неважно, за год или за 5 лет. Охота надо вложиваться целую всю жизнь. Что я могу сказать или как судить других, что у него за год не подняли. Когда моя мама молилась за меня 8 лет, чтобы я покаялся. И потом до всей своей смерти еще 14 лет молилась, чтобы я стоял и держался Бога. Команда Александра – это бывшие реабилитанты, которые сами прошли путь восстановления и могут помочь вновь пришедшим. Приют «Надежда» знает весь Белогорск. За 6 лет построены хорошие взаимоотношения с местными властями. Мэр города помог пережить трудную зиму, выделив спонсорскую помощь, а местные врачи и органы соцзащиты охотно идут на помощь в восстановлении здоровья и документов. Нужно посвящение, нужно любить людей. Ну это так просто. Если ты любишь Бога, ты любишь людей, это так делать все элементарно, это приносит очень большую-большую радость. За годы существования «Надежды» сделано немало, но помощь нужна еще многим. Ведь только в Белогорске насчитывается около 20 тысяч алкоголиков и наркоманов, а бомжей вовсе никто не считает. Поэтому подобные реабцентры всегда актуальны. А протянуть руку нуждающемуся человеку во все времена считалось делом благородным и богоугодным. Ольга Зотина, Оксана и Александр Ким. Специально для ТБН.